приняв Конституцию, если народ поддержит, нам, нынешним органам власти, в том числе и президенту, и парламенту, и так далее, нам придется отстроить систему в стране согласно этой Конституции. Вот и весь ответ на те вопросы, а когда, а что, а выборы досрочно, сверхсрочно и так далее. Нам надо, приняв Конституцию, выстроить стройную систему управления, хозяйствования в экономике, политическую систему, принять основные законы, изменения в законодательство, отстроить всю систему и выходить на новый цикл электоральных кампаний. Ну, мы еще посоветуемся, если будут какие-то иные предложения разумные, мы на них посмотрим. Все-таки есть существенные изменения, в том числе в структурах власти и управления. Это очень серьезный момент в нынешнее время. Если кто-то думает, что мы все это с бухты-барахты примем и бросим, и там каша начнется, хаос, этого не будет. Примем решение после новой конституции, отстроим механизмы, и тогда пойдем на новый цикл электоральной кампании. Это говорит о том, что мы для нашего белорусского народа отстраиваем новую систему правления нашим государством.